Ну все, приехали мы в город Тверь. Да, конечно, снега тут навалом. Ха, ужас какой-то. А вот, вышли с ЖД. ЖД, конечно, в Твери, ну, такое себе. А вот, можно, конечно, было бы сделать ЖД вокзал получше. Вот, сейчас пойдем с Еленой Владимировной. Мы во вкусная точка. Ну, там перекусим немножко, кофе попьем, салата поедим. Ну и поедем дальше. Собираемся ехать в торговый центр Рубин. Так, я буду салат. А подожди, это комбо? В снеки заходим. А, в снеки? Ну, вот, салат. Салат овощной, салат... О, давай с креветками. Побалуем себя. Заправка Цезарь, оливка. Может, Цезарь заправка? Да, 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 бери. Чем тебе оливковая масло? Добавить заказ. Ага. Так, и какой-то бургер пожрать. Так, бургеры, говядина, курица. Ой, ты знаешь, я тогда с рыбой брал, мне понравилось. Вот, смотри, двойной же бургер. Может, двойной взять? Ну, возьми. Так, двойной. Ага. Так, двойной, да? Ага. Так, и чё? И теперь я возьму горячий напиток какой-нибудь. Так, ну, по классике. Латте, средний, ванильный сиропчик. Ага. Ну и сахар, да? Всё? Короче, ребят и девчат, мы покушали вкусная точка. Ну, конечно, фастфуд, он и в Африке фастфуд, но иногда хочется себя побаловать. Вам как, понравилось, Елена Владимировна? Очень, просто в Норильске такого нет, поэтому надо наслаждаться здесь и сейчас. Ну как, там в Норильске есть, но там в Норильске такое себе не очень и дорого. Здесь мы на 1000 рублей столько взяли, обожрались вообще. И самое главное, взяли салатик, да, Елена Владимировна? Да. Взяли креветок, да, в кляре, офигенно просто. Короче, приехали в торговый центр Рубин с Еленой Владимировной. Сейчас погуляем немножко, я чуть поснимаю. А вот, и я думаю, поедем потихонечку уже обратно. Вон детский мир, Лена, вон смотри, детский мир. А что, в ДНС пойдем вообще? Ну да, а вон там, смотри, там он, блин, спортмастер. Надо, кстати, зайти посмотреть, там штаны. Теплые. А то у нас теплых штанов в нашем Night City нету. Здесь вот костюмер какой-то, одежда. А здесь где-то есть магазин этих самых, блин, этих сувениров. А, да, вот он. Кстати, прикольный магазин. Всякая всячина продается. А. О, на втором? Ой. Короче, значит, сходили в ДНС и взяли себе вот такую штуку, которая называется... Сейчас я вам покажу. Блин, вот. Вот, Яндекс.Модуль. Слушайте, офигенная штука. Я вообще... Мы на материке взяли вот этот Яндекс.Модуль и решили в город Норильск взять. Но, вы знаете, фишка какая? Фишка такая, то что если у вас дома херовый интернет, вот эта штука через интернет работает, то, конечно, это груз, печаль. Ну, вроде там у нас такой более-менее нормальный интернет. Вот. И я надеюсь, вот этот девайс этот заработает. Да. А вот, сейчас покажу цену на него. Вот, цена 6999. Ну, вы знаете, это мы в ДНСе взяли. Вот здесь вот в Твери, в Рубине. Если, допустим, вы будете на Валберисе брать, то на Валберисе там подешевле. Ну, подешевле на рублей 500. Вот так вот. Короче, вышел на улицу немножко освежиться, немножко подышать воздухом. Потому что там, в торговом центре, немножко так жарковато, я бы сказал. На улице погода хорошая. Где-то минус 17 градусов, да. Было холодно. Было холодно еще вчера. Вчера было где-то минус 30, минус 25. А сейчас потеплело, вон я даже без шапки. Вот смотрите, такой интересный арт-объект. Арт-объект ТЦ Рубин. Тут, короче,
получается решетка, входа нету, и здесь внутри, значит, скелетик у нас отдыхает. Ну, а вот это, по всей видимости, ящерица какая-то. И тут бутылочка чего-то. Ну, я могу прийти к такому выводу, что этот скелетик когда-то был человеком, и он слишком много злоупотреблял. И в конечном итоге превратился в то, что мы сейчас имеем. Ну что, в спортмастер идем? Да. Ну, пойдем, в спортмастер сходим. Надо, надо ли на это самое... штаны посмотреть теплые. Может быть, есть такие, знаешь, на пуху штанишки. Вот. Взять штаны. Про пуховик я уже ладно. Ну, хотя бы штаны взять. Потому что там у нас, в Найт-Сити, я мерзну. Ну, это вроде что-то есть в пуховике Турции. Вон, видишь, такие вот на пуху. А штанов? И что стоит, какой ценник? 11 тысяч. Эта курточка, она вообще что-то на пуху или что? Куртка пуховая. Там, смотри, мужская. Не хочешь мне? Не, там мне есть. Что мне мерить? А вот штанов, конечно, нету. Штаны, конечно, тут такие себе. Это вот штаны для Сочи только. Вот 7 штук. Но они, конечно, ни о чем. Так, здесь что? Это вот обычные штаны. Не, ну вот это вот они, конечно, теплые. Но это явно не на минус 40. Так, ладно. Ребят, ну, короче, и девчат, мы погуляли по Рубину. Конечно, хороший торговый центр. Мне нравится. Ну, у всех торговых центров свои вот эти вот фишечки. Здесь фишечка заключается в том, что здесь очень много ларьков разных, и там очень много разных товаров. В Глобусе другая фишка. Там просто один большой такой супер-пупер маркет. Там все есть, короче, жрачка, бла-бла-бла и многое-многое другое. Вот, что я хотел вам сказать. Вот, мы хотим с Еленой Владимировной еще раз поздравить вас с Новым годом. Вот, и с наступающим Рождеством. Да, завтра Рождество. И это такой классный и светлый праздник. Все, короче, едем домой. Да. Погуляли немножко. Ну, я надеюсь... вам понравилась эта прогулка. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока!